はですね、お母さんと先にやってきました。おいにぎやがってたもん。シーツにぎやぶしとかとか。おいでちょっとよろしい。シーツにぎやぶしとか。こんにちは、カチャプチューローヒナとヒナママです。こんにちは。今日はですね、ちょっと買い物がありまして、お母さんと100均にやってきました。お母さんはですね、100均に人生で一度も行ったことないので、いろんな面白いものが売ってるので、すごくいろいろ驚くと思いますので、私もすごく楽しみにしてて、皆さんも一緒に楽しんでいきましょうよ。20ヶ月撮影者、お母さんは早速こちらが気になってます。いや、もう欲しいそうです。全部欲しいって食器楽しいんで、できて欲しい。私ね、楽しい。これだけやるブルー、スイートチキン、ここにヤガツキタも欲しい。あはもう、いつもやるのね。やだ、もう欲しいで欲しい。あ、ちょっと、あ、ちょっと、もう、もう、いや、美味しすぎる。美味しすぎる。ну, я вот тебе все с ним немного себя дома. Ей богу. Мама, они все стоят так. Да? Да, твою, сори. Скоро хана нога дальше что-то мне сейчас скажет. А, видите, зубочки такие. Как раз в моем вкусе. Кону кону, да, кидай там, не зикарбуй. Вот это-то я бы сейчас бы в карман сложил. От вот эти с шариками. Вообще. А у нас всю жизнь такого разнообразия нет. Вот эти вот стаканы. Надо дикому утерить кидо. Может, там конно варается. Бензин знает. Скоро вот здесь я хочу, а то бегай. Ну, почему трогать? Нельзя, я бы все потрогала. Говорю, я такая, как с искусственным стеклом, если я ее поставлю. Ну, это... Она говорит, да ну, у меня в доме красиво так. Вот эти-то вообще не живут все дома. Ну, вот посмотри, как оформлено. У нас тут все равно как оформлено. А это вот для украшений. Да, для торцев. У нас есть такие вот, которые звезды. У тебя то коре, то коре шканай, ты дико. Не, вот такие тоже. А там все ее нам ару, так и ровка вам он. Ну, вот это вот мне интересно. Все, это еще. Это коробочки? Вот это они закрывают резинкой. Это вообще круто, как настоящий. А это что, сучка, да? Да. У Касима гарденинга, гарденически. Конокона. Ну, канат. Да, да, да. Ну, слава, мрамор. Конна. Какие красивые. Кое много хайдете. А вот эти походы. Ой, какие хорошие. Ну. А нет, это в бане. Ну вот этот у меня вообще впечатление. Ну это, наверное, это предмет детства моего. Оно все в уменьшенном виде. Это все мы тоже для садоводов принимаем. А это направление ветра, чтобы грядка не было. Я тут буду так бегала. Это вот, а это грядки освещения, да? Они на солнечных батарейках работают. Да, да. Сколько они стоят? 53. А, все по 50. Все. Надо будет там лучше такие домой. これ欲しい。ちょっとお母さんは帰国したらガーデニングシーズンなので、これいっぱい欲しい。これは подставки тоже посредством. Ну, мама точно. На блестящую. Хикарму на землю не тянут. Я бы вот эти. Не, вот эти. А вот эти тоже русские. Да безобразие я бы. Я почему такая рада? Нанде, вот еще конна нинге нанда. Кое нагадайсяки. Ой, мамочки. Ну ты вторым рейсом уже приличу к вам. Ты догадайся, что это? Носки. Для чего? Для мои. Я-то вот этим. Куря, мы тебя, ну-ка, пусть такая. Ой, точно. Это
это для стульев могу носить. Для стульев? Да. Видишь, вот так вот старые стулья, чтобы они, ну, не пробить там пол. Да. Анекдот этот. А это что делается? Это куда? Это вот что такое? Воды наливать в сармик, в огород. А лавочка. Ой, какая. Мне бы такую. Сарму. Такие вот. Ягодки. Мотострогали. Не блин, что-то. Это что? Это сеточка, чтобы машинку стиральную, чтобы не положить. Такое все игрушечное, красивое. Это вам вот такие вот маленькие бабочки. А, они на ночь. Это еще другие, да, есть вот. Телочек называется еще. Это тоже другие, они все прямо на лед любой. Убирают уже суперские. Ну потом тоже уже. И вот смотри, вот чтобы маленькие дырочки там душу чистить. Щеточки. Малюсенькие. Вот тоже, что вы видишь, щеточки всякие разные. А это же цвет. Да, это тоже вот, видишь, для фена. Вышел, когда такую на крючочке поставил для волос. И вот это тоже это для волос, чтобы, ну, тут вот смыть положить. Вода просачивается, волосы все. Мусор стоит. Да, стоит. А лего тоже вот все такое, мусор там, вот он везде. Разные всякие формы. Ну все как надо, да? А тут... Красотища, ничего. Ну я... Вот это все для меня. Вот в зеркало есть, я буду пить. Конечно, как же без этого? Тут такая красота, я пропустила. Я-то бы точно вот это выбрала. Вот точно я. Здесь все для... на улице, для там, на Байкале, на природе, короче, как видишь. То, чтобы жарить вон что-нибудь можно было. На костре. Да. Вот это так лучше. Вообще, да, класс. Сарму тоже. Тут все вот вам для сармы. Это время. А это чтобы с собой можно было в поход какой-нибудь взять маленькие ванночки. Крючочки. Вот видишь, вот так вот надел и повесил что-нибудь. Вот тоже такие крючочки всякие разные. Вот. Вот, мама, вот это тоже классная штука. Это вот тоже подставка, вот так вот ее на что-нибудь одел, на стол зацепил, и ты поставишь под крышку. Вообще. На любое. Да. Это под палочку, под шашлычки. Не гондила с собой. Мандяку рядом, не гондила. А вот так. Ага. Для воды, смотри, такой удобный. Положено. Так вот. Ну-ка, самуха, закаси ты, Наника, Наника, макаронок-то. А это, мама, чтобы в шкафы класть вот такую вот штучку, чтобы не марать шкафы. О, это про меня. Я вечно вот так что-нибудь возьму и опять постелю.
А я думала, кто-то возмущался. Чего опять настелила? А это... Вот видишь, тут нарисовано, чтобы коты не ходили. Да. Это вот, ну, тоже забирать так еду. Перекладывать удобно. Лапшу там особенно, например. Вот они, видишь, все разных форм, да. Указала, точнее, корюка и на сайте. Это скалка точно? Да. Ну, вообще нет, но я по ёскему хочу корюка. А что это такое? Почему такая точка? Сорока-то, мне же нравится то, что яркая, с цветочками. На праздник-то, да? Угу, удобно, да. Их один раз использовал, и все. Смотри, мы вот коробочки. Да, их помыла бы и на втором. Коробочки для обедов. Вот, мама, для твоих онигири любимых. А, сажу. Угу, кейсы. Тут надо бы их купить, онигири сюда положить. Повезти домой. Смотри, вот еще, как медвежонок. Такие же, где твои любимые? Ну, можешь туда несколько онигири положить. Смотри. Как банан. Да. Как же я не увидела это. Да. Да. Ёски смеется. Ёски, вот ащи на коту. Баратернаты. Тут, мама, разные они были для энигири. Всяких разных цветов тоже. На машинке есть для пацанов-то. Ага. Вообще. И такая вообще красавица. Я бы себе забрала бы целую кучу. Все 50 рублей, да? Да. Ой, ну вот как вести-то отсюда, да? Они такие хорошенькие. Ага. Все как здорово, а, вообще. Все как... Как в кино, ой, как на картинке. А сама кону Усаги Чанга Кейнат это. Это тоже, ну, подставочки, там, книжки, например, ставить. Всякие, да, такие шкафчики вот маленькие. Угу. Вот я тут и говорила, что у нас такие появились, но они не такие, конечно. Но это еще не беременные. Все такие культурные, слушай. Там женщина вообще поздоровалась со мной, так махнула мне. Незнакомая. Незнакомая вообще совершенно. Классные-то какие, я их сфотографирую потом. Мама чали сугоку кинитеру окаса. Сугойте. Там они вторым уносили яцы гадты. Сугойте. И мы в итоге не модатте кимашта. Каса не хаджимете но хэки не цвите канцо ма кики. Дай думай вас. Ну что, мы как тебе? Постоянный магазин первый раз. Хороший, конечно, магазинчик. Опять все чисто, аккуратно. Без всяких излишеств. Витрины оформлены прекрасно. Это не витрина вообще-то, это сразу товар. А у нас-то как будто это витрина. Вообще замечательно. И все так дешево, это по 100 копеек считай, что мелочи. И в сад, и в огород, и на кухню, и везде. И освещение. И даже вязать все. Да, такой всего, выбор. Да. Вообще все по хозяйству. Какой прекрасный магазин. Там еще, кстати, косметика была, но мы не посмотрели. Да? Да. Ну, ты еще сходишь у нас. Ну, я еще успею. Я просто, у меня не хватает никогда слов, чтобы высказать вот эту всю аккуратность, вот это все
по полочкам. Все, ну, просто великолепно. Люди вообще вежливые. Уступает друг другу дорогу, здоровается. Там какая-то женщина прошла, я вообще была такая незнакомая женщина, поздоровалась, покланялась, улыбнулась. И вообще все улыбчивые, все такие приятные, приветливые. Очень понравилось. И страна вообще, ну, великолепная. Мне очень нравится здесь. Тихо, спокойно, размеренно так. Без всякой суеты, люди друг другу уступают дорогу, проходить везде, ну вообще, замечательно, замечательно. ということで、皆さん、今回の動画は終わりとなります。また次回ね。バイバーイ。バイバーイ。人生初めての定食屋さんに来ました。エビ天ぷらです。初めてのオクラ。Она тебе налетает.